Привет всем! Сегодня я хотела рассказать, что такое Real Property Report. Этот чертеж, который мы каждый раз спрашиваем, когда мы хотим продать дом. Этот чертеж показывает границы нашей территории. Этот чертеж показывает, где у нас расположен гараж. Этот чертеж показывает, где у нас расположен забор, где у нас расположен дек, где у нас проходят какие-либо коммуникации. И на этом чертеже должна обязательно стоять печать от города. City of Edmonton ставит печать Compliance Certificate, или город также дает просто письмо, в котором указано, что что-то не соответствует действительности или что-то не соответствует легальным каким-то кодам. И когда мы продаем нашу недвижимость, абсолютно это первое, что мы как продавцы должны предоставить покупателям, или мы как покупатели должны попросить у продавцов, чтобы убедиться, что в этом доме, на этой property все стоит с разрешениями, с пермитами, и также, что этот гараж не должен быть снесен, когда мы купим дом, въедем в него, а он вдруг и не соответствует всем законодательствам, которые дает город. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, звоните, пишите, я всегда рада ответить. Ваша Ирина Мирзевский. И да, я работаю в Эдмонтоне и покупаю и продаю дома своим клиентам. Selling one yard at a time.